Вот сегодня утро, уже после завтрака, 6 июля. Ой, простите меня. Работаем, таскаем дрова. Вот. Тут вот Игнатий нас уже освободил. Это все на распилку у нас пойдет. Вот. Кто-то ваннами, кто-то просто в руках таскает. Нестор всегда претендует, чтобы со взрослым наравне работать. Вон там. Я для... Грузили. А я еще опять камерой занялся. Эверест. Здесь дрова. Чтобы мне лишний раз не наклоняться, решил на стол. На стол лучше складывай. Угу. Чтобы удобнее было. Вот так вот. А? Работника Бог дал. Слушай, что делать? Вот это вот оборвать сейчас надо будет. Залезть туда и козел освободить. Перчатки есть? Рукавицы. Нету? Вот, возьми. Что надо? Освободить от травы вот этот козлик. Видишь, у нас так хорошо все идет. Пока можешь это убирать все. Корыто вот это все. Значит, вот козел, да. Освободить его. Ну где-то недалеко тут. Класть. Вот так вот он. Не-не-не-не. Доски не пилить, конечно. Хорошо. Так. Где-то вон там вот хозяину, а дай вошли. О, на приступок положи пока. Это может быть. Ну, да. Давай-ка вот сюда. Вон туда, тащи. По черемуху. Вон под эту вот так обрати, чтобы на черемуху. Дрова таскает. Вот остальное можно убирать. Место. Ты просто клади и все. Что ты там время тянешь? Можно даже вот этот вот козел вот так подрать. Тут еще более плотно стоит. Вот здесь вот сколько. Дело в топор. Так, топорик он. Вот под корешок, под самый. Конечно, если там камень не сочится. Работа кипит. С Божьей помощью. Тимофей, да что ты одно полено-то взял? Одним поленом идет. Нестор, ну что сидишь-то? Больше ничего. Ну все, тогда это. Если все перетаскаю, Владимир Ильич, там помогите сложить. Пошли. Нестор, иди, поможете сложить там до конца. Ой, все. Ну это вот так достать.
Вы хотите достать его? Нет, ну, да. Подавайте в руки Владимиру Юрьевичу, а он будет быстро складывать. Подавай. Ребята, а вы не стойте тоже как-нибудь. Цепочкой, давайте. Участвуйте в этом. Вы Нестору подавайте, а Нестор будет. Давайте, мне подавайте. Так, а... Только побыстрее, побыстрее. Побыстрее. Лёва, ты одно полено, он одно. Не надо так это. Тимофей, давай одно полено Нестору. Или как там, я не знаю. Сами посмотрите, что получится. Под два мне подавай. А я блин. На цепочке не получается. Так вот, ладно, приспособиться как-нибудь. Это жил брат Игнатьевича здесь, где Павел. Вот здесь у него все мощно сделано. Подвал он идет, там колодец у него сделан. Как думаю. Смотри, как освободили эту дорогу. Да, хорошая дорога. Топорик только не потерять. Все. А я пробиваю сейчас вон главному. Где дрова, чтобы найти. Это что-то рубило высоко очень. Ну, Саша, не затянули. Так что, Игнатий, ну что принести-то? Дружбу 2 или что? Дружба-то не работает же. Какая? Пила-то. Бензопила-то? Ну. Да не надо, двуручную пилу и пили тут с кем-нибудь. Угу. С хорошим мужиком. Маленько подобрать. Добраться хотел. С утра как раз забирались. Там тоже у нас кучу куб сделали. Угу. Хорошо вы это придумали. На эту походить можно. Ну да. Здесь крышу меняли. Вот. Ветром сорвало. Шиферины прибивали здесь. Составил. Я думаю, они упали. А? Я думаю, они упали просто. Нет, ровно так упасть они не могут. Да кто его знает? Я даже не знаю, как так ровно упасть. А эти прям туда там быстро расколоть. А которые щурки вот сюда рядом, подошли-ка. Ага. Щурки вот сюда вот, которые, а туда поменьше туда, щурочку перейти. Да. А эти вот пойдут как дрова. Как дрова там пойдут? Там раскопили, да. Как дрова. Вот, видишь как? Выходим мы из положения. А это прямо сюда вот можно. А, тоже я забросил туда. А вот теперь смотри здесь, что сейчас я вылажу. Вот это залез. А теперь вот это крапива, как она там оказалась? Сейчас я ее потяну. Давайте. А, нет. Вот одному надо. Давайте я попробую. Давайте. Все, 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 все. Сюда дальше он перекинет. Володя ее утащит. Все. Путь открытый. Можешь сказать, ребята, что же можно забирать и там сушить. А тут они уже наполовину сгнили за 2 года. Так, кто?
кто тут праздно настоящие? Идите, таскайте, вам еще один дров подкинули. Иди, Тимофей. Праздно настоящие. Лева, Лева, вперед. Перчатки одень и вперед. Да я что так знаю. Вон там, где дрова бросают, только аккуратно смотрите, чтобы по рукам вам не ударили. Сейчас аккуратно, пускай они возьмут. Возьмите по одному полену и вперед. Сразу хватайте и бегите. Чурки не надо брать, чурки надо расколоть. Чурки расколоть надо. Ты другое полено возьми. Полено именно. Вот, видишь, колотое. Хватай и убегай быстрее. Быстрее. Уходи, чтобы по рукам не досталось. Да. Ну что, как могут. Ты, о, молодец. Тимофей, быстрее, быстрее, быстрее. Тимофей, давайте скорее. О, молодец. Хватай и убегай сразу. Сходили, тут загрести все. Вот это вот. Чтобы щепки выбрать, а остальное на мусорку. Да, надо сделать чистой. Это в наших силах. Ну, слава богу, за все делаю. Ну вот у нас работа подошла к концу, именно в складывании дров. Здесь вот мы стаскали уже. Осталась одна щепа. Перенесли все дрова, которые были на улице. Вот Сердар сейчас дотаскивает их уже. Остатки от земли очищает. Все, и сейчас они уже мокнут. Вот это все уже потом перепилится, переколется и уберется. Сейчас покажу, сколько уже тут поленец мы наложили. Вот. Вот уже наложили третью поленницу, пошла у нас. Ну, места пока хватает тут для прохода. Вот такие стояки наделали, чтобы не выдавило. Тут Даля лежит. Да, Даля? Ну, собачка. Сперва мы тут складывались с Владимиром Галиндухиным. Сейчас остатки уже Игнатий Иванович тут третью поленницу складывает. Сейчас еще Сердар принесет остатки. Чего? Сердар еще принесет остатки сейчас. Дров. Все? А, Сердар давайте принесет. К обеду готовимся. Что-то тут набросали, вот эти надо забрать. Че?
Тяжелое, сырое, да? А? Сырое, тяжелое, да? Ну, да. Да там больше времени зачищать занимает. Больше времени. Все, вот так бывает. Или подняться на голову. Куда подняться? На поленец. А, да ладно. С той стороны, с той стороны. Ну, нет. Стол далеко, да. Я нагнусь, ладно. Поставь. Вывали? А еще последний, что ли? Да. Да. Ну давай складывать его сам. Ну все. Что хотели, то и выполнили. Теперь только граблями вот это все собрать, мусор. И туда вынести ограду помаленько. Освободить. Здесь прохладно. Все. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благодарим Господа. Ну все, даже не думали так быстро сделать. До обеда все сделали. Сейчас надо найти мои грабли, которые не цепляют так хорошие. И вот это все продрать. И туда унести в ванну. Время-то к обеду, наверное. Наверное, я не знаю. Сейчас я посмотрю. А кору куда? Кору, он спрашивает, кору куда? Кору куда? Отдельно их отложить, которую, а которая там такая никуда, и туда внутрь загнать. Ее нам не сохранить. В чем дело-то? Без 20 час еще только. 12:38 час. Ну, мы не успеем просто. Володь, если ты сам не пронесешь, я не знаю, где грабли. Грабли нужны, грабли. Грабли у меня там. Володя только знает их. Ну я и говорю, если Володя. Вот это забери, Володя, пойдешь сейчас. И грабли быстро принеси. И мы граблями кое-что успеем унести туда. Вот это пока снятое, срубленное. Собирай в кучу, туда неси. Все? На, все, неси. Все, забери здесь. Продолжаем работать еще до обеда. Сегодня у нас 6 июля 2018 года. Вот Сердар тут таскает скошенную траву. Иначе он что-то поработал. Лопата, видимо. Этот лопух посрубливал. Вот сейчас собирает и вытаскивает. Трудится, старается. Вот схватил кучу целую и понес. Это вот я сейчас поскребал и начинаешь собирает всю эту щепу, остатки. Пока он рядом кладет с кучей травой. Сейчас закидаем щепу, а потом уже будем сверху накладывать траву. Нестор! Сюда иди! А граблями что? Ну давай граблями. Вот Сердар, граблями. Ага. Все. Потаскивай эти грабли, которые... Я разверну ее. А потаскивай, ага.
Сюда иди. Ты нужен нам, работник такой. На казнь меня ведут. На казнь, да нет. А что? А ладно, ничего нет. Под траву, которую я сейчас пособираю, мы будем класть ее сюда. Фух, да. Я думаю, меня на казнь. А ему утоптать не надо? Нет. Не надо. Ты можешь это скать вот вокруг подбирать. Не, зарубали. Чем? Лопатой. Топориком. Где это видно, что топориком траву убить? Не. Смотри, еще подбирай. Квадрат получается прямоугольный. Можешь вырывать и класть. Вообще отлично, сейчас все полезно. Долбить. Здесь сейчас хламье всякое лежит тоже. Блять, как ем ту... Это руками по одной. Так, сено надо оттуда принести. По одной. Так, я не сегодня тут все вырубал. Все. Слабо? Да. Давай вдвоем. Вкус крапивы. Бабка за детку. Да. Тащи, туда тащи, вот туда тащи. Наружу. Вот так, бери в руки, туда тащить. Давай. Раз, еще. О! Вот это да, вкус крапивы. Угу. Залазь, топчи. На батут залазь, на местный. Это Нестору только подавай. А? Нестору это в радость. Попрыгай. Батут местный. Я что, похудел? Раз я не могу притопчить ее. Я увидал репей на дороге растет. Ля-ля! Ля-ля! Ого! Как пустил себя! Куда ты полез-то? Репей собирай. Хватит его. Побаловался Вудя. Упал, значит, надо идти. Не очень я уважаю репей. Репей мне больше не нравится. Курочка ходит, тоже работает, свою работу выполняет. Ну
красивые березки стоят. Чудные дела Господа. Ох, комары кусали. Я буду брать, а то все из кустака. Можешь закладывать? Да, да. Сразу тебе в руки не осталось. Ходил к Надежде Васильевне, там опрыскивал от жуков колорадских. Устал где-то. Да, Неста? А? Устал там, говорю, у Надежды Васильевны. Я не Надежда Васильевна работала, а с матушкой. А, с матушкой. А где, на каком огороде? У нее, ну, у Надежды Васильевны. Вообще работали. Ее. Ты хоть унесешь, накладываешь кучу такую. Нестор, ну куда ты много так хватаешь? Нету ни одного. Смотри, как старательно все уходит. Давай. Оператору тоже поработать. Вот еще один. О. Еще один. Да. Яма. Ну, один это уже немного. Ну, все равно же. Он по мне. Все. На этом все поблагодарим Бога. Давайте вот тут. Там будешь смотреть, ты к небу будешь ближе, чем мы. На один метр. Ну да, так и есть. На один метр ближе к облакам. Семен, Семен, на крайний вставай.
эксплуатируют детей, рабы, дети у вас. А ты не приучи работать-то. Вот они, рабы, будут в лагерях там жизнь пропадать. А наши ни один не попадает, он работать умеет. Господи, слава тебе. Сердар, давай помолим. Господи, благодарим тебя. Кроме тебя нет иного Бога. Ты дал заповедь человеку, в поте лица есть хлеб свой. Эту райскую заповедь ты позволяешь нам ежедневно исполнять. Слава тебе. Господи, да будет благословено это место и приезжающие, и отъезжающие. Умягчи сердце тех, кто воюет против нас. Это у Максима, у Целомудрия. Дай ему истину евангельскую веру, делать добро людям и ничего не разрушать. Ибо близок всему конец. И правители огорчают народ, где это и не нужно делать. Боже, слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Посмотри, сколько коршунов летает. Угу. Только вон, видать, три. Вон он пятый. Четыре. А вон там пятый. Это что-то, кто-то заколол скотину. И они запах слушают. Вот ворона, у человека есть сравнение с собакой. У собаки в 12,5 тысяч раз. 12,500 раз. Человек на 1 метр может уехать, а она на 12 километров запах этот принесет. А ворона в несколько раз выше собаки. А бабочка в несколько ворона. Раз... Ворона? Да. А бабочка в несколько раз лучше всех этих. Ей микрон там какой-то один попадет, и она найдет, где и кого найти. Когда будем в храме, везде всегда застегивать. И тут можно ходить. За обедом расстегнуться. Так, уходим. Все. Нашли нет. Уходим. Тон-тон-тон. Ну, Господь позволил сегодня сделать то, о чем мы думали только раньше. Бог дал помощника. Все, закрой. Я закрываю. Да. Там, закрывай. Ну, так же я же закрываю. Вчера. А где у меня эта тряпка была, которую подстилал я? Я унес ее, унес. На веранде там.